как правило, когда присутствует подделка, красота страдает от этого. Потому что красота, на мой взгляд, это, безусловно, подлинность. Подлинность, и я, конечно, не буду говорить каких-то грозных, громких фраз, что красота – это правда, то есть это правдивость. Нет, конечно, это не вполне так, но сейчас вот я как раз чревовещал, хотя не люблю этого слова. Вот, видите, в конце лэп виднеется город Чехов, что у него натуральные панельные дома, ну, такие, как всегда строили, без всякой облицовки, ну, просто панель, все. И что, согласитесь с тем, что они выигрывают перед этими новыми человейниками. В общем, это слово я употребляю, потому что это очень верное слово. А то, что верно, то не может быть банально. А у меня очень сильные фильтра стоят на это, на банальность, избитость и так далее. Вот видите, там что-то у нас уже виднеется. Да, вот она, дорога. Сейчас дойдем до нее и пойдем назад. Эта дорога ведет в поселок, который там вот в лесу. Лэп я люблю, я уже говорил. Вот. И курточка моя еще с конца 90-х она, будет быть точно, по-моему, год 99-го.